написать как страна, которая вроде бы могла стать нормальной демократической европейской страной, как она за это время сошла с ума и превратилась в то, что превратилась. Потому что в 2014 году я там был в Москве, я видел, как нация сходит с ума. Вот мы все задавались вопросом, как в 1934 году с ума сошли немцы. Вот я видел, как это происходит в прямом эфире. Я видел, как у людей на глаза просто падала пелена, и люди переставали включать мозг, переставали вообще мыслить, и с ними невозможно было разговаривать, потому что человек, он как будто наркотой обдолбан, да, там вот начинаешь ему объяснять, а там просто пелена на глазах.